Итак, уважаемые дамы и господа, наш эфир продолжает встреча с Алексеем Орловым в программе «Моя Америка». Алексей, добрый день, здравствуйте. Добрый день, Толя, добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа. Сначала о спонсоре. Спонсор программы «Моя Америка», спасибо спонсору, программа состоится, это магазин товаров медицинского назначения «Лава Саплай». Магазин находится в Скоке. Здесь вы можете найти буквально все, что вам необходимо для того, чтобы сделать вашу жизнь комфортнее. Вам нужны маски, они есть, перчатки, разумеется, санитайзер для рук, конечно, медицинское оборудование, большой выбор ортопедической обуви для женщин и мужчин. И еще много всего того, что поможет вам достойно противостоять болезням и радоваться каждому дню. Магазин «Лава Саплай» расположен по адресу 7564 Линкольн-авеню в Скоке. А теперь слушайте внимательно. В течение предстоящих двух недель магазин «Лава Саплай» переходит на работу в условиях карантина. Все необходимое медицинское оборудование, все, вы можете заказать по телефону. Телефон 847-329-1238, я повторю, 847-329-1238. Мы надеемся, что через две недели все вернется к обычному режиму работы. Дамы и господа, пользуйтесь услугами магазина «Лава Саплай» и будьте здоровы. Но чтобы мы все были здоровы, нам требуется нечто иное на выборах. Сегодняшняя моя передача я назвал так, дамы и господа, очень просто. Посеешь мошенничество, пожнешь победу. Я начну разговор с вами с слов легендарного бейсболиста Йоги Берра. Он однажды сказал «It's not over till it's over». Тем самым Йоги Берра дал понять, не следует торжествовать победу, пока игра не закончилась. Но Берра не поставил точку, он продолжал «It's true in baseball as in life». То есть это правда не только бейсбола, но и правда жизни. В жизни иногда случается иначе, как, например, в последних президентских выборах. Итоги выборов как будто подведены или еще не подведены, подсчет голосов все еще продолжается. И мы с вами знаем, начались судебные процессы, в которых адвокаты президента Дональда Трампа оспаривают победу бывшего вице-президента Джо Байдена, оспаривают в нескольких ключевых для выявления победителя штатов. Однако Байдена уже чествуют как победителя, его поздравляют с победой, главы правительств множества стран, и сам себя он уже объявил победителем «I'm president elect». Между тем, игра еще не закончилась. Вопрос, дамы и господа, не поспешил ли Байден объявить себя победителем? Не поспешили ли главы правительств многих стран поздравить его? Мой прогноз грустный. Не поспешили. Как бы ни развивались события в судах, не позднее 23 ноября результаты выборов будут заверены в каждом из оспариваемых демократами или республиканцами штатов. 8 декабря на всех судебных процессах будет поставлена точка, на некоторых, возможно, временная. Ну и, наконец, главная дата – 14 декабря. В этот день, 14 декабря, в Нью-Йорке соберутся выборщики, и они назовут победителя выборов. Это будет, мы можем предсказать с вами с уверенностью на 99%, Джо Байден. Давайте вернемся к вечеру, вторник, 3 ноября, день выборов, вечер. Трамп опережал Байдена во всех оспариваемых штатах. Лондонские букмекеры принимали ставки на победу Трампа. Ну, а эти ребята, букмекеры, они не любят рисковать деньгами. К тому же прогнозы биржевых маклеров пророчили победу Трампу. Я напомню, как волновался Джордж Стефанопулос. Он возглавляет бригаду комментаторов телекомпании ABC.
Когда он услыхал о сводках, поступавших из Мичигана, Пенсильвании и Висконсина, Стефанопулос сказал: «Все это напоминает 2016 год». Я напомню, в 2016 году эти штаты выиграл Трамп, вопреки всем предвыборным прогнозам и опросам. Но вспомним еще раз Йоги Беру. Пока игра не окончена, а она не была закончена, поскольку предстоял подсчет голосов в бюллетенях, отправляемых по почте со штампа дня выборов. Продолжавшийся подсчет не сулил Трампу ничего хорошего. Я напомню, дамы и господа, я не раз в разговоре с вами говорил, что если не будет голосования по почте, я пророчествую победу Трампу. Если будет голосование по почте, ничего хорошего ждать нельзя. Как и следовало ожидать, эти бюллетени, посланные по почте, и вывели Байдена в президенты. Я не оговорился, следовало ожидать. Начавшиеся судебные иски обращают внимание на участие в выборах давно умерших, на голосование не по месту жительств, на голосование не зарегистрированных для участия в выборах избирателей, на неполадки в компьютерах, на голосовавших не один раз, а 2-3 и больше, на барьеры, поставленные перед инспекторами-республиканцами в местах подсчета голосов и так далее, и так далее. Все это было. Я выскажу предположение. В каких-то случаях виновных привлекут к ответственности. Кого-то, возможно, осудят на символический срок. Кого-то оштрафуют. Но все перечисленные выше нарушения, даже вместе взятые, не повлияют на результат выборов. Решающий вклад в победу Байдена в оспариваемых штатах внесли бюллетени, присланные по почте. Теперь, дамы и господа, я вам напомню нечто, что я рассказывал в последней апрельской передаче. Я храню все записи, поэтому все у меня есть. Я напомню, это очень интересно, тем более мы с вами знаем повторение мать учения. Так вот, в апреле, я прямо сказал, ставка демократов на фальсифицированные выборы. Я позволю себе напомнить о том, о чем говорил 7 месяцев назад. Я начал тогда с вами разговор со слов, произнесенных 3 апреля спикером Палаты представителей госпожой Пелоси. Она сказала: «Голосование по почте необходимо для защиты будущего нашей демократии в то время, когда мы противостоим кризису народного здравоохранения. Нет легального аргумента против такого голосования». Окей. 7 апреля, через 4 дня после того, как это Пелоси сказала, Трамп в своем твиттере написал: «Голосование по почте ведет к многочисленному мошенничеству». Вот как на слова президента Трампа реагировали представители телевизионной и газетной империи сопротивления. Вот, например, компания CNN. «Трамп открыл новый фронт в своей кампании лжи о фальсификации на выборах». Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью под таким заголовком: «Трамп выдвигает ложный аргумент о мошенничестве с голосованием по почте». Дамы и господа, нам очень просто ответить на вопрос, кто прав, президент Трамп или спикер Пелоси и антитрамповские СМИ. Я предлагаю вам сейчас то же, что предлагал в апреле. Познакомиться с фактами промежуточных выборов, состоявшихся в 2018 году, имевшими место в калифорнийских графствах Лос-Анджелес и Ориндж. Графство Лос-Анджелес крупнейшее в стране, здесь проживает около 10 миллионов. На втором месте стоит знакомое многим из вас графство Кук, но графство Лос-Анджелес крупнейшее, 10 миллионов. Шериф графства Лос-Анджелес, он сродни генералу, в его подчинении находится 20-тысячная армия. Так вот. В 2018 году шериф-республиканец Джим Макдоналл защищал на выборах свой пост. Ему противостоял демократ Алекс Вайанова. Он работал в офисе шерифа, ну, в чине, скажем, старшего сержанта.
Выборы 5 ноября 2018 года. В день выборов, когда выборы закончились, Вайанова опережал Макдоналла на микроскопические 335 голосов. Это 50,01%. А у республиканцев 49,99%. Подсчет голосов продолжался. На следующий день, 6 ноября, преимущество демократа-лейтенанта над генералом-республиканцем выросло до 4927. Когда через пару недель подсчет завершился, демократ праздновал победу с преимуществом в 141 696 голосов. Победу демократу принесли голосовавшие не на избирательных участках, а по почте. Окей. И победа демократа Вайановы над республиканцем Макдоналлом была не единственной в ноябре 2018 года победой демократа над республиканцами. Графство Ориндж – третье по численности населения в Калифорнии. В течение десятилетий это графство было оплотом республиканской партии. Республиканцы представляли это графство в нижней палате Конгресса. Четыре места занимали республиканцы. Но после выборов 2018 года в палате представителей не осталось ни одного республиканца из графства Ориндж, только демократы. Хотя в день выборов каждый из четырех проигравших республиканцев опережал соперника-демократа. Так вот, комментируя разгром, который учинили демократы-республиканцам в графстве Ориндж, газета «Сан-Франциско Хроникл» — это не консервативная газета, вполне либеральная, прогрессивная, существует там, где существует мадам Пелоси. Эта газета сообщила, слушайте внимательно, при подсчете голосов были учтены 250 тысяч бюллетеней, присланных по почте. Вот что сказала этой газете демократка Кэти Мэрилл. Она консультант по выборам, она в курсе дела. Вот ее слова. «Мы разбили республиканцев в пеших операциях. Наши планы включали как личные убеждения в необходимости голосовать, так и оказание избирателям помощи в заполнении бюллетеней». И точно так же демократы вели себя во всей Калифорнии. Вот как комментировал эти выборы Пол Райан. Он был в то время, это ноябрь 2018 года, он был спикером Палаты представителей, он был республиканец. Он назвал систему, применяемую демократами, «Ballot Harvesting» – сбор урожая избирательных бюллетеней. Сбор урожая избирательных бюллетеней. Дамы и господа, в дни, недели и месяцы после этих выборов президент Трамп не раз говорил об избирательном мошенничестве в Калифорнии. В частности, вот что он сказал 23 июня 2019 года в телепрограмме «Встреча с прессой», это канал NBC. Он говорил, цитирую президента, о миллионах нелегальных голосов. Секретарь администрации штата Калифорния, господин демократ Алекс Падилья, немедленно выступил с письменным опровержением. Он написал, неважно, как много раз Трамп скажет, солжет его заявление о мошенничестве на выборах, очередная неправда. Итак, дамы и господа, это мы вернемся в наши с вами дни, в ноябрь 2020 года. Я подготовил эту передачу, у нас сегодня среда. Я последний раз, когда я заглядывал в цифры, это была суббота. На сегодняшний день какие-то цифры изменились, я оперирую субботними цифрами. Эта суббота у нас была 14 ноября. К этому дню еще не были подсчитаны голоса всех, кто участвовал в выборах. Но Байден уже установил рекорд. 78 114 089 голосов.
Никогда ранее ни один президент не получал столько. Прежний рекорд принадлежал товарищу, не моему, Бараку Обаме. Он собрал в 2008 году 69 миллионов 498 тысяч. Кстати, и Трамп превысил достижения Обамы. За Трампа голосовали 72 миллиона 741 тысяча 954 избирателя. Впрочем, дамы и господа, давайте забудем о миллионах. Миллионы. Ну, например, давайте забудем о Калифорнии, где Байден опередил Трампа на 5 миллионов 6 тысяч 741 голос. Кстати, пару недель назад, 2-3 недели назад, в разговоре с вами я сказал, что в Калифорнии Байден выиграет не менее 4 миллионов голосов. Он выиграл 5 миллионов 6 тысяч 741. Калифорния, забудем об этих миллионах. Потому что Калифорния не определяет победителя президентских выборов. Вопрос о хозяине овального кабинета решался в оспариваемых штатах. Мы с вами называем эти штаты полями битвы. Battleground. Здесь, в этих штатах, не на миллионы и не на сотни тысяч. Счет шел на 1-2 десятка голосов. И в этих штатах Байден победил Трампа. Я говорю, в кавычках победил. Ну, что есть, то есть. Он победил Трампа с микроскопическим перевесом. Например, Пенсильвания 0,7, это 46 тысяч. Висконсин 0,9, это 20 тысяч. Аризона 0,3%, 13 тысяч. Джорджия 0,3%, 14 тысяч. Пересчет Джорджии продолжается до сих пор. Решающую роль в победе Байдена сыграли бюллетени, отправленные по почте. И вот на проходящих в эти дни сейчас судебных процессах адвокаты Трампа вряд ли смогут оспорить легитимность абсолютного большинства таких бюллетеней. Я повторю, вряд ли можно будет оспаривать легитимность абсолютного большинства бюллетеней, присланных по почте. Окей. Будет оспорена легитимность бюллетеней, которые подписаны избирателями, скончавшимися, ну, несколько лет назад. Окей. Или голосовавшими не по месту жительства. Но большинство бюллетеней, присланных по почте, подписали реальные избиратели, проживающие по адресу, указанному в бюллетене. Подписавшие, в этом можно не сомневаться. Во-первых, большинство подписавших, во-первых, голосовали впервые, и во-вторых, заполняли бюллетень при активном участии представителя местного отделения Демократической партии, который прекрасно знал, что тот, кто заполняет в данный момент бюллетень, в выборах не участвовал, хотя и зарегистрировался для участия в выборах. Вы спросите, как об этом знал демократ, помогавший кому-то заполнять бюллетень? О том, что тот никогда не голосовал, но был зарегистрирован. Я отвечаю, дамы и господа, личный пример. Когда я переехал из Нью-Джерси в Северную Каролину, я должен был поменять нью-джерсийские автомобильные права на северокаролинские. Перед тем, как выдать мне права, клерк спросил, будете регистрироваться для участия в выборах? Я сказал, я буду регистрироваться. Он спросил, в какой партии? В Нью-Джерси я был независимым избирателем, то есть не демократом и не республиканцем. Кстати, 2 года назад я стал республиканцем, но когда я регистрировался, я был независимым, но я также зарегистрировался как независимый. И сведения о моей регистрации немедленно попали в компьютер. В компьютере есть данные о каждом, кто зарегистрировался для голосования. О каждом. О десятках миллионов. Известно, голосуем мы или нет. Известно, за кого голосуем. Известно, кто зарегистрировался, но не голосует. История показывает, в президентских выборах участвует, как правило, чуть более 50% зарегистрированных. Миллионы зарегистрированных игнорируют выборы.
И вот эти миллионы семена, лежащие нетронутыми в закромах избирательной системы, и партия, сумевшая посеять их, получает возможность пожать победу. В этой операции демократическая партия имеет неоспоримое преимущество перед республиканской. И вот почему. Миллионы зарегистрированных, но не участвующих в выборах, эти миллионы разбросаны по всей стране. Однако сконцентрированы они в больших городах, в городах, в которых верховодят демократы. В Пенсильвании это Филадельфия и Питтсбург, в Висконсине Милуоки и Мэдисон, в Аризоне Финикс, в Джорджии Атланта. В 2016 году Дональд Трамп одержал в этих штатах победу над Хиллари Клинтон. Демократы извлекли уроки с поражения, и проведенный ими спустя 2 года в Калифорнии эксперимент сбор урожая избирательных бюллетеней, эксперимент показал, что следует сделать. Они победили в 2018, и у них не было никаких оснований менять тактику и стратегию в 2020 году. И в дальнейшем отправленные по почте бюллетени будут играть у демократов решающую роль в подготовке и проведении избирательных кампаний. На сборе урожая избирательных бюллетеней должна быть поставлена точка. Сделать это могут Конгресс или Верховный суд. Конгресс не сделает. Не сделает, по крайней мере, в ближайшие 2 года, поскольку демократы контролируют Палату представителей. Надежды на Конгресс нет. Надежда только на Верховный суд. Согласно Конституции, у каждого штата есть право устанавливать свои законы для проведения выборов, как местных выборов, выборов губернатора, легислатуру штата, мэрии, горсоветы, так и федеральных выборов президента и выборов в Конгресс. Такое право гарантирует каждому штату 10-я поправка Конституции. Это последняя поправка в Билле о правах. В этой поправке записано, она коротенькая, я прочитаю. Полномочия, которые не переданы Соединенными Штатами настоящей Конституции и которые не запрещены ею для отдельных штатов, сохраняются соответственно за штатами либо за народом. В Конституции нет ни единого слова, как проводить выборы, и поэтому каждый штат волен сам решать, как проводить. Ну, например, никто не мог запретить в этом году штату Нью-Джерси закрыть на прошедших выборах избирательные участки и устраивать голосование только по почте. Никто не мог запретить штату Северная Каролина, в этом штате я живу, отменить предъявление документа с фотографией, чтобы быть допущенным к голосованию. Какие-то штаты открывали избирательные участки за 3 недели до выборов. Какие-то открывали за неделю. Ну и, конечно, каждый штат волен был решать, быть или не быть голосованию по почте. Но поскольку, как сказала мадам Пелоси, в стране кризис народного здравоохранения, все 50 штатов разрешили голосование по почте. В следующий раз, дамы и господа, найдется другая причина, потому что башковитые люди всегда изобретут оправдание мошенничеству. Покончить с этим под силу Верховному суду. Я выскажу робкую надежду, что какой-то из затеянных администрацией Трампа судебных процессов проложит дорогу к Верховному суду. Истец должен требовать запретить голосование по почте. Высшие судьи будут обязаны, я считаю, они обязаны признать сбор урожая бюллетеней противоречащим Конституции. Право голосовать по почте должно быть закреплено только за избирателями, которые не в состоянии по тем или иным причинам добраться до избирательного участка. На массовом, многомиллионном сборе урожая должна быть поставлена точка навсегда. Если этого не случится, нас и через 4 года ждет то же, чему мы были свидетелями в этом году.
На этом, дамы и господа, я ставлю точку в монологе. Будет небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут. Итак, уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». А в этом сегменте, как всегда, Алексей любезно соглашается ответить на ваши вопросы, обменяться мнениями, поэтому, пожалуйста, набирайте номер телефона в студии 847-400-5200, и мы сможем пообщаться. Ну, а я перехожу к приему звонков. Добрый день, вы в эфире. Сегодня было голосование в Сенате, что товарищ Орлов нам скажет об этом. Будьте добры. Спасибо. Вы перед тем, как спрашивать у меня, задавать вопрос, вы должны мне объяснить, какое в Сенате было голосование. Я, простите, сегодня вообще телевизор не включал, у меня была другая работа. Что там, то ли голосовали они сегодня? Давайте примем звонок, сейчас, секундочку. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте, Анатолий, здравствуйте, Алексей. Добрый день. Добрый день. Алексей, вы сказали о том, что по традиции на первых промежуточных выборах правящая партия теряет контроль над Конгрессом. Вот, и вы надеетесь на то, что через 2 года у республиканцев есть шанс вернуть контроль над Конгрессом. А как же они этого добьются, когда у демократов есть непробиваемый козырь, как голосование по почте, и сегодня они полностью контролируют всю избирательную систему Соединенных Штатов? Это мой первый вопрос. И второй вопрос. Если, допустим, в Сенате у демократов останется 49 сенаторов, а у республиканцев 51, сможет ли Байден все планы претворить в жизнь, как, допустим, увеличение числа членов Верховного Суда и так далее, и того подобное, вот, и когда среди республиканских сенаторов есть такие, как Маккейн и Маркович, которые в последнее время себя ведут как демократы. Спасибо. Окей. Значит, дамы и господа, любые прогнозы, что может сделать Байден, должны быть, можно ими заняться после 5 января. 5 января выборы, вы знаете, за 2 места в штате Джорджия. Сегодня у республиканцев 50-48. Значит, если они проиграют оба места, естественно, демократы получают большинство, потому что при 50 на 50 решающее слово принадлежит вице-президенту. Значит, если республиканцы получат хотя бы 1 победу, то абсолютное большинство планов, которые наметили демократы, осуществлено не будет. Не будет увеличен состав Верховного Суда. Не будет изменена система федеральных судов. Все дело в том, что сейчас у нас есть, по-моему, 13, если мне не изменяет память, федеральных апелляционных судов. Большинство мест в большинстве этих судов занимают назначенцы республиканцев, в том числе и Трампа. Значит, изменить что-то в составах этих имеющих судов очень трудно, но можно создать новые апелляционные федеральные суды, скажем, 5, 6, 7, 8, и нашпиговать их левыми, нашпиговать демократами. Опять-таки, если у республиканцев 51 место, ничего из этого не выйдет. Ничего не выйдет из превращения Пуэрто-Рико и Дистрикта Колумбия в Штаты. И много чего не выйдет. Не выйдет повышение налогов. 100% не выйдет. Не выйдет гарантия гражданства 20 миллионам нелегальных иммигрантов. Можно очень многое президенту сделать с помощью президентских указов. То, чем занимался Обама, чем занимался Трамп, но далеко не все президент не может сделать без поддержки Конгресса. Это первое. Теперь я прекрасно понимаю, что когда вы говорите, что среди республиканцев могут быть люди, которые будут голосовать с демократами, безусловно, будут. Но есть принципиальные
проблемы, по которым республиканцы никогда не поддержат. Ну, например, увеличение числа членов Верховного суда. Это ничего этого не будет. Например, изменение числа федеральных апелляционных судов. Этого не будет. Повышение налогов. Этого не будет. То есть демократам для того, чтобы провести левое социалистическое преобразование нашей страны, им нужно как минимум... То есть, как минимум, нужно выиграть два оставшихся места в Сенате, которые будут оспариваться в Джорджии 5 января. Об этом у нас будет особый разговор, естественно, до выборов в Джорджии. Кстати, Джорджия от меня недалеко, я планирую 5 января быть в этом штате, посмотреть, что происходит. Это второй вопрос. Первый вопрос — промежуточные выборы. Вы совершенно правы. История показывает, в первый срок президента... Большинство президентов последние 50 лет в первый срок промежуточные выборы выигрывает оппозиционная партия. Это у нас было в 2018 году, это было в 2010 году при Обаме, это у нас было во втором году при Буше, это у нас было в 1994 году при Билле Клинтоне. Это, так сказать, это происходит все время. Теперь вы совершенно правы, что мухляж бюллетенями на почте дает шансы, предоставляет шансы демократической партии даже на промежуточных выборах в Палату представителей. Поэтому я уповаю на то, что один из значитых сегодня процессов, которые затевает Джулиани или кто-то, ну, из числа сторонников Трампа, один из этих судебных процессов, исков, постепенно дойдет до Верховного суда. Будут у нас первичные суды туда. Это долгая история. И вот когда это дело дойдет до Верховного суда, то у меня есть надежда, что голосование по почте будет признано неконституционным. Окей, нас сейчас в Верховном суде, я говорю нас, республиканцев, здравомыслящих людей, 6 штук, но у нас есть председатель Верховного суда, который время от времени голосует с демократами. Но поскольку сейчас 6-3, даже если он будет голосовать с демократами, будет 5-4. Поэтому я не хочу забегать далеко вперед, но я надеюсь, что Верховный суд, если до него дойдет иск, я надеюсь, что дойдет, признает голосование по почте противоречащим Конституции. И не только, кстати, голосование по почте. Например, в некоторых штатах, во многих штатах, в частности, Пенсильвания, где мухляж был, ну, совершенно фантастический, они использовали компьютерные программы, которые, скажем, не использовали в других штатах. Значит, нельзя отнимать по Конституции у каждого штата право организовывать выборы так, как... решает сам штат. Но в силах Верховного суда ограничить каким-то образом это право. Например, признать голосование по почте противоречащим Конституции. В этом случае ни один штат не может проводить голосование по почте. Повторю еще раз, за исключением есть больные люди в командировках, это особая статья. Также о компьютерной программе должна быть федеральная компьютерная программа абсолютно для всех штатов на время выборов. То есть я жду решения Верховного суда. Вы задали очень два хороших вопроса, я надеюсь, что я на них ответил. Спасибо большое за ответ. И насчет Сената просто такая коротенькая ремарка. Сегодня ничего в Сенате особенного не происходило, там просто открывается очередная сессия Сената, и был просто такой... процедурное голосование по поводу открытия второй сессии Сената. Вот и все. Так что ничего особенного сегодня не происходило. Нормальная сессия Сената нового состава начнется в начале января. То есть то, что сейчас происходит, это как бы продолжение того, что да, было. Это второе, да. Со всеми теми людьми, кстати, и Камала Харрис, насколько я понимаю, она еще сенаторша, она все еще сегодня присутствовала на Сенате, поэтому это продолжение того, да, что это просто... куча есть вопросов, которые остались нерассмотренными. Это был такой процедурный голос, так что голосование, так что ничего страшного не и произошло. Дамы и господа, вот тот человек спросил у меня, что сенатор. Если вы думаете, что я провожу день у телевизора, вы очень ошибаетесь. Ни в коем случае. У меня есть чем заняться. Спасибо, Толя. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Алексей, нам вчера Сергей Зацепин прочитал статью, в которой очень подробно объяснялось, что не только голосование по почте,
Но все электронное голосование в нашей стране огромной основано на фроде. То есть там задействовано какое-то, запрограммировано, можно включить, можно выключить, код, который перебрасывает тысячами голоса от одного кандидата в другой, это можно как бы заложить в начале подсчетов. Поэтому надеяться, мне кажется, нам вообще не на что, если сейчас Трамп не выиграет. А вот еще я бы хотела сказать, так, вы говорите, что прерву. Вот эти... Не прекращайте. Во-первых, если Трамп не выиграет, это первое. Второе, компьютерное обеспечение есть для каждого штата. Нет компьютерного обеспечения для всей страны. То, о чем вам всегда вчера рассказывали, например, было в Пенсильвании. Ну, например, в штате Северная Каролина, в которой я живу, компьютерное обеспечение совершенно другое. Но я считаю, повторю еще раз, мне бы хотелось, чтобы когда Верховный суд принимал решение, он принял решение не только запретить голосование по почте, но и принял решение о общей для всей стране компьютерном обеспечении. Продолжайте, пожалуйста. Давайте примем следующий звонок. Толя, меня удивляет вопрос, если Трамп победит. Ну не победит Трамп, ну дамы и господа, ну давайте мы спустимся с небес на землю. Ну мухляш уже произошел, все это сделано, ничего не изменится, ни в коем случае. Не будем... Окей, спасибо. Следующий, пожалуйста. Добрый день, вы в эфире. Вы мне еще раз извините, я не договорила. Дело в том, что вброшенные голоса, которые после остановки пересчета, вернее, подсчета произошли, они не пришли по почте. Они приехали на машинах, на грузовиках, не знаю на каких, и были вброшены просто физически. И ни на какой почте они не пришли. И это делается не первый раз и, к сожалению, не последний. И вот что с этим делать, вот это большой вопрос. Спасибо большое. Значит, повторю еще раз. Голосование должно быть на избирательных участках. На избирательных участках. Делать можно следующее. Запретить все, что привозится, приносится, приходится по почте. Вы пришли голосовать, вы голосуете. Если у вас отнялись ноги, вы имеете право на абсентибалл. Если вы в зарубежной командировке, вы имеете право прислать бюллетень проголосовать. Если вы служите в вооруженных силах, да. Но общее запрещено. В соседней с нами стране, которая называется Соединенные Штаты Мексики. Не Мексика, а Соединенные Штаты Мексики. Всякое голосование может быть только на избирательных участках. Если мы начнем учиться чему-нибудь у Мексики, нам нужно научиться вот с этого. Следующий, пожалуйста. Принимаем следующий. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Дело не в том, какой штат, какие правила устанавливает. Дело в мошенничестве. Если Верховный суд утвердит это голосование, основанное на мошенничестве, грош цена Соединенным Штатам, и всему всей этой истории, слушайте, ничего хорошего не предвидится. Мошенничество надо перекрыть. Это и виновных надо арестовать. И нечего прикрывать это все. Спасибо. Толя, что-то господин хочет прикрыть Соединенные Штаты. Я еще в нем живу, между прочим. Я не собираюсь умирать. Почему мне нужно прикрывать? Это во-первых. Во-вторых, у меня просто, ну, я немножко не понимаю. Ну, то есть люди, наверное, не совсем понимают, для чего существует Верховный суд. Начнем с этого. Поэтому, может быть, вот такие эмоции. Я понимаю, это все на эмоциях. Люди, конечно же... Толя, я понимаю, нам всем, 72 миллиона, нам плюнули в харю. Да. 72 миллионам. И я совершенно понимаю эмоции людей. Потому что обман абсолютный, полный. Поэтому мне легко понять эмоции любого человека. Да, это действительно нелегко, поэтому, ну вот люди так на эмоциях, они прекрасно понимают, что их обманули, они прекрасно понимают, что в принципе, ну да, ну вот пытаются как-то с этим бороться, но если они действительно, если они в этом вот сейчас не поставят вещи на свои места,
то, в принципе, можно просто отменять выборы как таковые, и у нас будет однопартийная система, и все будет шикарно. Поэтому... Ну, как товарищ Сталин сказал, не важно, как голосуют, а важно, как считают. Абсолютно. Важно, кто считает, да? 100%. Важно, кто считает, да. Да, да, да. Так, теперь, ну, вот у меня сейчас пока нет звонков, это появилась у меня возможность задать вам вопрос. Как вы считаете, ну, вот сегодня, это показатель или нет? Сегодня в штате Мичиган, партия республиканская штата Мичиган, вчера они сначала вроде бы заортачились. Сегодня лапки вверх подняли. А сегодня лапки вверх. Вот это вы считаете показатель или... Вот как это объяснить? То есть вдруг их никто не ставил к стенке. Оля, я неоднократно сравнивал демократическую партию. Я приводил в пример концлагеря советские, когда в концлагерях сидели... совместно и уголовники, и политические. Это прекратилось вскоре после войны, а в 30-е годы это было. Когда доходили всякие разборки, то всегда побеждали уголовники, потому что уголовники всегда были едины. А политические, у них всегда там были левые троцкисты, правые уклонисты, еще кто-то. Так вот, демократическая партия, она напоминает мне партию уголовников, чтобы как бы... Что бы они ни делали преступления, они едины. А республиканская партия, как что-то начинается, один туда, другой сюда, пятый в сторону, левый в сторону. Вот мы сегодня живем в такой стране. Значит, республиканская партия штата Мичиган, которая согласилась с мухляжом, проведенным в их штате, она мне напоминает политзаключенных сталинских лагерей. Да, где-то так. Давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Меня зовут... Добрый день. Ребята, вот вы знаете, у меня не вопрос, у меня вот такой комментарий. Просто сравнивая демократическую партию, республиканскую, я столкнулся сам на вторых выборах Обамы, я работал на автобусе, как демократическая партия тратит деньги на рекламу и на пропаганду. Они наняли, наверное, 100 автобусов, каждый автобус посадили по 30-40 человек, каждому человеку они платили $90 в день. И мы ездили по всем Милокам, по всем улицам, стучали в двери, разносили вот это все за Обаму. А сейчас я был 2 месяца во Флориде, в Дайтона-Бич, и там каждый день по местному радио демократы, ну буквально ну 7-8, меньше 10 минут шла реклама за Байдена, что он спасет Америку, что прочее-прочее. И никакой рекламы от республиканцев за... Хотя весь штат Флорида голосовали, и там Дайтона-Бич, везде флаги за Трампа, но по радио или ему не дали, или что, вообще ничего не слышно было. Вот вам и разница. Демократы тратят сумасшедшие деньги вот на такую рекламу, а от республиканцев что-то ничего не видно, ничего не слышно. Мне грустно, Толя. Да, нечего сказать, просто нечего, потому что это абсолютная правда. Потому что это так и есть. Да, это да. Действительно так. Это абсолютная правда, и, к сожалению, ну, что я могу сказать? Отсутствие политической воли абсолютное и полное, и, ну, посмотрим, к чему это все приведет. Итак, Леш, заключительное слово, прошу вас, у нас есть ровно 3 минутки. Окей, дамы и господа. Значит, 11 ноября, совсем недавно, сегодня у нас, если мне не изменяет память, я смотрю в компьютер 18-е, правильно? Сегодня драфт НБА. 11 ноября исполнилось 400-летие, 400-летие высадки пилигримов, пуритан, судно «Мейфлауэр» в Новой Англии и... Громадная годовщина в истории Америки, дамы и господа. Если кто-то из вас слышал по телевизору о том, чтобы говорили об этой годовщине, читал в газете или еще что-то, я удивлюсь. Ничего, как будто вообще такой годовщины вообще не существовало. Годовщины, ну, не просто исторической для Соединенных Штатов, а суперисторической. Вопрос, почему этого не было? Значит, распространенное мнение, когда я говорил с друзьями-приятелями, задавал им этот вопрос, они все в один голос говорили: «Леша, ну сейчас же это самое коронавирус, это китайская зараза, все боятся куда-то приехать вместе заразятся». Я, дамы и господа, ни одному не противоречил.
Я их выслушивал, я им говорил: спасибо, ребята, но вы не правы. Значит, ровно через неделю я расскажу, почему в нашей стране, в Соединенных Штатах Америки, не отмечалось 400-летие основания, начала основания Плимутской колонии. Кстати, в 2007 году, 13 лет назад, было 400-летие основания Виргинии Джеймстауна. Я там присутствовал, было много народу, приезжала королева Елизавета, правда, не в тот день, когда я был, но этот день отмечала вся страна. Почему на этот раз вся страна не отмечала 400-летие? Дамы и господа, об этом разговор ровно через неделю. И я вас уверяю, это будет интересный разговор. Спасибо огромное, Алексей. Здоровья вам, удачи, и встретимся в следующем эфире. Будьте здоровы.